Поручик Ржевский собирается на бал и денщику своему говорит: слушай, есть у тебя какая-нибудь забавная история, чтобы я мог, ну, дамам рассказать, так привлечь внимание? Он говорит: конечно, поручик. Вот, положим, знаете, как в Австралии дикари ловят страуса. Они идут в пустыню, бреют, значит, себе голову на лысо, роют яму, закапываются, чтобы голова торчала. И, значит, страус идет, видит яйцо. Он садится его высиживать, блядь, дикарь хватает его за ноги, и, значит, обед обеспечен. Поручик пришел на бал, собрал дам, говорит: знаете, как вот страусов ловят дикари в пустыне? Они: нет, поручик. А вот они идут в пустыню, роют яму, бреют себе голову, закапываются, чтобы яйца торчали. Страус видит яйца, садится, тот хватает его за ноги, обед обеспечен. Наташа Ростова такая: поручик, а зачем же он бреет себе голову? Да не знаю, ну дикий народ, блядь, Азия, ну...